Сьогодні галерея сучасного мистецтва вперше побачила твір молодої та видатної авторки художниці Дар'ї Марченко під назвою «Обличчя війни». Скажіть, будь ласка, чи знайомі ви з творчістю взагалі Дар'ї Марченко? Звичайно, я Дар'ю Марченко знаю дуже давно. І це не просто відомий художник, це мій друг. А от скажіть, от Путін, сьогодні часто лунало слово «людина», чи заслуговує він взагалі на слово «людина», чи заслуговує він того, щоб його взагалі зображали? Я вважаю, що війна – це руйнівна сила. І якщо людина йде війною на іншу країну, вона несе нерозруху не тільки собі внутрішньо, а несе розруху своїй країні. Я би дуже хотіла, щоб це було зрозуміло, тому що нічого доброго війна не приносить. Український народ миролюбивий, він ніколи не ходив з війною і ніколи нікого не чіпав. Це наша територія, наша земля. Саме через культуру і духовні цінності ми можемо донести світу ту біль, яку переживає зараз Україна. Що ви знаєте про молоду талановиту художницю Дар'ю Марченко? Я про неї дуже багато чула. Я завжди опікуюсь видатними художниками, вони самі просять, щоб я їх продюсирувала. Це такий, як єдиний в світі, у нас українець, акварелліст Ачкасов, єдиний в світі такий скульптор, як Олег Пінчук. І коли я почула про цю молоду, красиву і дуже інтересну, то я прибігла. Я вже начувана, і давайте підтримувати молодь. Сьогодні у нас непростий день. Ровно год назад Россия напала на Украину, вела свои войска. Поэтому сегодня, именно сегодня, мы презентуем эту работу впервые. Почему Путин? Многие задают вопрос, почему Путин? Потому что от него исходят указы, потому что от него исходит эта ложь. Потому что именно этот человек, именно этот портрет, который меняет выражение лиц, у меня не ассоциируется, я считаю его виновным в том, что происходит уже на протяжении года в моей стране. Я обвиняю его в этих смертях. И этот портрет, он разоблачает то, что происходит на самом деле. Я считаю, что этот человек, как и все правительство России, они виновны в том, что происходит у нас в стране. Я так же, как и Дарья, присоединяюсь к этому обвинению. Я также обвиняю его в том, что этот человек лишил нашу страну мира. Этот человек лишил многих детей своих отцов, многих матерей сыновей, многих жен оставил вдову. Скільки часу у вас пішло для створення такої непростої, я б сказала, роботи? Якщо чистими брати, то 4 місяці, це я маю в виду вот, мануальне, да, закріплення, там, зміна, гільз і тому подобне. Стосовно виразу обличчя, за ці півроку, коли ви створювали цей образ, які вам ще траплялися такі погляди, можливо, саме з цієї картини, які ще образи народжувалися? Ви не представляєте, наскільки багато у неї лиць. Основний акцент цієї роботи, як би не освіщалась війна, она состоит из человеческих жизней. Это разоблачение лжи. В этом была цель этой работы. Были ли у вас какие-то фидбэки, скажем так, радикальные, кстати, на этой картины от разных политиков? Наши политики реагируют на это положительно, потому как они понимают, что в некоторой мере мы проигрываем информационную войну. У нас нет этих средств, у нас нет этих связей, у нас нет этого всего. Поэтому как момент привлечения внимания именно в информационной войне, он одобряется нашими политиками. Портрет какого президента? Президента ты бы изобразила из шоколада Крашен? Этот вопрос очень провокационный. Я вам могу ответить на это без уходов от вопроса и разговоров о шоколаде Рошен. Я просто наблюдаю попытки открытия второго фронта. Если это произойдет, Украина потеряет свои территории и целостность, как это было уже в прошлом веке, как бы, да, если мы знаем историю, то... Ну, с портрета делать не будешь? Нет, я не буду делать. У меня на сайте
сайте выложена концепция, да, то есть, которая рассказывает о лжи, о том, что я имела в виду. Но некоторые журналисты в Украине, они игнорировали этот момент, и просто я после этого получила некоторые, немного, но некоторые отзывы, там, типа, путинская подстилка и тому подобное. Поэтому я просто вижу, чем занимаются некоторые ребята в нашей стране, и не поддерживаю это. Я поддерживаю нынешнюю власть, да, я поддерживаю нынешнюю власть, потому что я понимаю, что если если позволить Путину делать то, что он пытается сделать, то будет плохо всем.